Неизвестными в городе Сухум нанесены огнестрельные ранения сухумчанину 81-го года рождения. Подробнее о происшествии рассказывает начальник управления внутренних дел по городу Сухум, полковник милиции Мурман Геге. В районе 21 часа 30 минут из Сухумской городской клинической больницы поступило сообщение о том, что к ним доставлен с огнестрельным ранением гражданин Гулия Астамур Валерьевич, 81-го года рождения. Вот. Тут же выехала оперативно-следственная группа на место. Там было установлено, что из ресторана, он называется сейчас «Полькоген», вышла группа молодых ребят, и среди них находился Гулия Астамур Валерьевич. Из-за угла выехала автомашина «Мерседес» серебристого цвета. Из заднего правого опущенного стекла была произведена автоматная очередь. Вот. 7 пуль, из которых попала Гулия Астамур. Значит, насколько нам стало известно, одна пуля застряла в области шеи, 4 или 5 пуль были в области груди, одна в области бедра. Вот. И с места происшествия скрылась. Естественно, был сразу включен план перехват. Спустя некоторое время автомашина, на которой находились преступники, была найдена на фуникулёре возле ресторана «Амза» в сожженном состоянии. В настоящее время эта автомашина транспортирована в УВД города Сухум, где ею занимаются эксперты на предмет обнаружения гильз, стрелявшего, так как на месте происшествия гильз не было обнаружено. Вот. И, значит, что я могу добавить еще? Спустя сутки гражданин Гули скончался. Расследование по данному факту проводит прокуратура города Сухум.